Приветствую вас. Отвечая на первый вопрос, когда вы спрашиваете о том, почему так происходит, мне бы хотелось сказать вам, что происходит так по нескольким причинам. Первая причина — это то, что вы сравниваете своего бывшего молодого человека с мужчиной, который вот с вами на данный момент в отношениях, и поскольку вы сами сказали, что часто вспоминаете свои прошлые отношения и не можете их забыть, то, соответственно, раз вы часто вспоминаете, значит, вы вспоминаете, как вам было, ну, например, хорошо. Вы вспоминаете, как вам было, ну, например, счастливо, да? Как вы, например, были счастливы в отношениях со своим молодым человеком. Вот. И, соответственно, вспоминая под подобные вещи, вы как-то вот волей-неволей, да, а вы делаете так, что люди, ваш настоящий мужчина, он как бы проигрывает. Он проигрывает прошлому. Почему? Потому что прошлое всегда проигрывает настоящим. Вот это выигрывает. Прошлое всегда выигрывает настоящим. А связано это с особенностями восприятия. Связано это с тем, что вам тогда запомнились эмоции, и, соответственно, вы эти эмоции, ну, волей-неволей хотите как-то восполнить, хотите их как-то повторить, может быть, заново пережить, вы их хотите, а это не получается, и в результате вы переносите вот эту вот свою неудовлетворенность на вашего настоящего молодого человека, которому, естественно, не нравится, что вы, ну, может быть, требуете от него того, что было у вас в предыдущих отношениях. Ему это не нравится, и именно поэтому он с вами ссорится. Значит, что делать? Спрашиваете вы. В данной ситуации я рекомендовал бы вам, ну, в первую очередь, поработать с психологом на тему того, почему вы до сих пор не можете забыть свои прошлые отношения. Я бы рекомендовал вам поработать с психологом на предмет ваших потребностей, на предмет ваших желаний, на предмет того, как вы воспринимаете молодых людей. То есть, вот смотрите, значит, вы пишете, что 3 месяца назад вы расстались с молодым человеком, и вам нужно было делать ремонт. Вам, значит, помогали подруги, а потом, когда стал помогать вот новый молодой человек, вы
испытывать стали к нему симпатию, ну и симпатия, она оказалась взаимной. Так вот, симпатия у вас основана на деятельности. Это хорошо, если она основана на деятельности, но в данном случае деятельность – это помощь вам. И если вы строите отношения с людьми на помощи вам, то вы, к сожалению, рискуете быть от них зависимы. И вполне вероятно, что на ассоциативном уровне, когда вы стали встречаться уже с новым молодым человеком, на ассоциативном уровне вы как бы заново повторяете ту цепочку переживаний, которая у вас была со старым молодым человеком, и тем самым переносите свои обиды, которые у вас остались на прошлого молодого человека, а теперь уже на нового, на настоящего. И в результате вы ссоритесь. И, конечно, здесь очень важно, кем для вас был бывший молодой человек. Кем он для вас был, какое он для вас назначение, что вы с ним получали для себя, что вы с ним перестали получать для себя, да, то есть что вы потеряли, и какие у вас обиды остались. То есть именно обиды ваши, они не позволяют, не дают покоя, не дают вам возможность полноценно выстраивать новые отношения. А вполне возможно, что речь идет и о некоторых установках, которые являются неверными в контексте вашего позиционирования себя как женщины. Вполне возможно, имеет место быть страхи, то есть вы, может быть, боитесь повторения, боитесь того, что второй молодой человек у вас был этот, так же, как первый. Вот. Ну и, а это, страхи, это всегда неосознавание каких-то негативных последствий, значит, для себя, неосознавание каких-то негативных последствий и тем самым появление иррационального мистического страха. Вот. И также причинами подобного поведение могут быть комплексы ваши, а также неосознаваемые потребности, которые вы пытаетесь реализовать через вот своего мужчину, а в действительности реализовать их нужно вам самостоятельно. Не через мужчину, а самостоятельно. Вот вам необходимо подумать самой в этих направлениях и, собственно говоря, с психологом с ними поработать. Ну, не вы самой. То есть, вот, если обида, да, допустим, обида на вашего бывшего молодого человека, то в чем эта обида? Что именно вас задевает, почему, понимаете ли вы, почему вы расстались и так далее. Вот.
если вы вспоминаете что-то хорошее, то есть позитив, и вспоминаете, как вам было хорошо, то, соответственно, здесь нужно понять, что, во-первых, чтобы вам было хорошо, нужно что-то делать самой вам. Это первое. И второе, нужно понять, что так как вам было хорошо с ним и тогда, вам не будет. Потому что это невозможно. Ностальгия. Раз приобретенный опыт, он уже не может повториться. То есть восприятие ваше никогда не будет прежним одного и того же опыта. Даже если вы сможете вот воссоздать в идеале досконально все условия, которые были тогда. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.